Невозможно одновременно и вести войну, и тем более рассчитывать на победу, ведя торговые, экономические, дипломатические связи, бизнесовые и политические, что самое главное, со страной-агрессором, имея десятки прямых агентов Кремля, собственно говоря, в украинском политике, и в парламенте, и в переговорных группах по Донбассу, и так дальше, и так дальше. Мы знаем, что вчера Верховная Рада приняла решение разорвать договор о дружбе и сотрудничестве. Это очень правильное решение со стороны власти, но оно запоздалое, и оно еще не... То есть этого недостаточно. Это даже не четверть работы, это одна десятая работы. Слава! Слава Украине! Героям!